21 светодиодная лампа на каждом из 4 фонтанов, составляющих единый комплекс на Старозагорье, загорится в честь Дня города. Сотрудники спецремстройзеленхоза завершают монтаж подсветки. Красные, зеленые и синие огни будут сменять друг друга. Такие светильники уже зарекомендовали себя на других фонтанах. Срок службы не менее 5 лет. Для устройства самой подсветки надо было ввести дополнительные провода. То есть, соответственно, пришлось скрывать облицовку, сверлить. Самую гранит, чашу сверлить, и чтобы вести провода, ну и, соответственно, установить светильники. 2 фонтана оснастили подсветкой еще в прошлом году в рамках комплексного благоустройства бульвара на Старозагорье, выполненного по инициативе главы города. Теперь еще 2 заиграют новыми красками. Проложили трассу, установили, смонтировали блок управления в насосный, установили крепеж для светильников на трубы и смонтировали сами светильники к этому крепежу. Сейчас осталось только распаечные коробки соединить светильники с центром, и все, включится. Все работы по подсветке фонтанов на бульваре будут завершены ко Дню города. И уже вечером 10 сентября жители смогут оценить эстетику Содружества воды и света. Марьяна Мирная, Григорий Плешаков. События.